серфинг в Эстонии. Возможно ли это? Как вы думаете? Привет, меня зовут Роланд, и я начинающий кайтсерфер. В данном видео и следующих видео я буду вам говорить что-то о серфинге, о кайтсерфинге. И в конце видео я буду показывать, как я катаюсь. Или пытаюсь кататься. И видео буду делать на двух языках. Надеюсь, вам это все понравится. Что такое у нас серфинг? Серфинг как раз у нас человек с помощью доски катается на волнах. Я в своих видео буду больше говорить про кайтсерфинг. Кайтсерфинг — это у нас, в принципе, очень похоже на серфинг, только кроме доски у нас есть еще кайт, который у нас висит, так сказать, в воздухе. С помощью ветра она дает нам тягу, и мы скользим с помощью доски по воде. В принципе, то и все. Это и есть кайтсерфинг. Кайтсерфинг в Эстонии. Реально ли это? Да, это реально. Эстония отлично подходит для этого вида спорта. У нас вокруг есть вода, есть море, есть озера. И, к сожалению, не так уж много ветра, но ветер у нас есть. И когда у нас есть ветер, то мы можем кататься. И этот вид спорта очень популярен. Каждым годом все больше и больше становится новых кайтсерферов. В принципе, туда и я попал. Я вот новичок. И в данный момент стараюсь рассказать и показать через глаза, грубо говоря, начинающего кайтсерфера. Надеюсь, эти видео интересны. Если есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. Я буду стараться отвечать на них или показывать. Видео будет у нас разное. А пока что спасибо. И